Ильич, дорогой наш Ипат, премпровёджин Прабу, мы представляем вашему вниманию пьесу, которая называется «Пурва Рага Махимамрита». Дорогие друзья, давайте знакомиться. Let's get acquainted, dear friends. Я в настроении. I'm a mood. Я всегда разного цвета. Что удивительно, более того, разного оттенка. I always have different mellows. И знаете почему? A different setting. Потому что мы с вами находимся во Вриндаване. You and I are currently in Vrindavan. Здесь. В этом удивительном месте в Раджа-Гуми. In this magical place в Раджа-Гуми. Даже радуга. Even a rainbow. И та испытывает стыд перед цветом местного настроения. Feels embarrassed seeing the light of the mood of this place. Вы понимаете, о чем я говорю? You understand what I'm talking about. Однако. However. Сегодня я сник. Today I'm feeling. И поблек. I'm feeling pale and miserable. Цвета потеряли свою яркость. Colors are not so bright anymore. Цветы потеряли свой аромат. Flowers have lost their aroma. Потому что Радика. Because Radhika. Одела черное сари. Put on a black sari today. Она не могла одеться в никакое другое сари. She couldn't pick any other color sari today. Знаете почему? You know why? Because. Несколько дней до этого она впервые увидела. Just a few days before this, she saw Krishna. 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 Да. Я впервые увидела Кришну. Yes, I saw Krishna for the first time. И в это мгновение. And at that moment. Солнце перестало светить. Sun stopped shining. Так же ярко, как прежде. As brightly as it used to do so before. Да и луна тоже. And the moon too. Перестала. Еще бы. Куда ж ей? Этой луне это Кришне. How can moon compete with Krishna? И в этот момент. And at this moment. Лорд Чандрадев. Который слышал обвинение Гопи. Выключите свет, пожалуйста. Дайте луну. Да. Лорд Чандрадев появился во Вриндаване. Бриган. О, любезные пастушки, Вриндаван. What are you doing here? Как вы можете нас? How can you blame us? Благородных полубогов девотов. Us devotees. Во всех мыслимых и немыслимых грехах. How can you accuse us in all terrible sins? Как вы так можете? How can you do so? Да, Чандрадев. Yes. Уважаемый, драгоценный, венценосный товарищ.
Шатром Обама. Он-то как виноват? Благодарен Шатром Обама. What's his fault? Тем, что он придумал моргание. Just because he made blinking of the eyes? Хлоп-хлоп ресничками. Это что, моветон? Blink-blink is his great fault? Что же это такое? What is happening? Вы очень привередливые, скажу я вам. Очень привередливые. Очень. Это же какая-то вайшнава аппаратка. Вайшнава аппаратка, я пойду в этот рай. Грешному моей-то расой против ваших, что против ваших бабки расы. Вот с ним из моей амбрита агентства бабки расы. Грешные мои! Radhika's heart was captured. Lalita and I, Vishaka. One of the friends was very concerned about Radha and Shastra. You are not yourself, Radha. What's happening with you? And I wasn't lifting my gaze. Because I wanted to jump on the cliff. Just come to your senses. Just don't even think such thoughts. Everything will be all right. Everything will be well. Нет. Нет. Да. В конце концов, Лолите пришла в голову блестящая мысль. Она сказала. Радхика, ты страдаешь от любви. You're suffering from love, Krishna. Нет, это вздор. Everything will be wonderful. We'll organize a date for you. A date? First, reveal your love to Krishna. Write him a letter. Let him know about your feelings, about your love towards him. All the love be imprinted in this letter, Radha. Maybe that's a strategy I should employ, my dear Sakis. Цвет настроения Радхики изменился на персиковый. Радхи поднесли огромный лепесток лотос. А также ей поднесли перо и чернильницу. Она взяла перо в руки, макнула его чернильницу и написала на этом листе всего лишь один слог. Криш. Her hand became
began to tremble. И вся любовь с этим слогом вошла в сердце. Entered her heart. И тогда Радхика увидела Кришну, увидела все, что с ним связано, увидела его бесконечные лилы, спурти. Прямо Амрита. Вера. That's true.
И с этими словами Радхарани вручила Туласи Манджари перламутровую шкатулку. И эту песню Туласи Манджари тут же подхватила лесная фея. И эта песня долго звучала эхо в чащах леса. Департамент лесной музыки доволен. Музыку поставь. Будет еще один выстрел. Все, он идет. Сюда. Сейчас поставим. В нашей жизни все бывает. В нашей жизни все бывает. Тот, кто любит, тот страдает. И порою он встречает неблаженство. Летит в небо зло, на птица никогда нова. Платиться все равно суждено. Anticipating a meeting from this sad
Кришна не находил себе места. Не находил. И тогда его верный друг Мадхуманга сказал. Кришна, да что с тобой случилось? Dear friend Madhumangal said, what's happening with you, Krishna? Лучше не спрашивай. Probably wouldn't ask me, Madhumangal. Sorry. Позволь, что перебиваю, но спрашивать — это мой долг. But asking is my duty. И вообще, Кришна, я думаю, что у тебя разбалансировались доши. I'm thinking you have an imbalance of your doshas. Ну, что ты думаешь? Доши здесь ни при чем. Могли бы. Собственной персоной. Когда Кришна увидел ее, он чуть не упал в обморок. Туласи Манджари произнесла. У меня письмо. Что? Радарани написала. Кришна чуть не упал в обморок. И потом, держи себя в руках. Она показала перламутровую шкатулку. Вы сказали, это не перламутровая шкатулка. Нет, я не вынесу этого. Кришна, как тебе не стыдно? Вспомни, скольких демонов ты убил, когда они приходили в Вриндаван. Мама, не горюй! А тут ты испугался какой-то маленькой перламутровой шкатулкой. What's wrong with you, Krishna? Are you gonna read the letter? Or you're not going to read it? Ма, ты у нас Браман. Ты Браман. У меня что-то слезятся глаза. У меня что-то слезятся глаза. My eyes are tearing. Я понимаю. Understand. Dust. Cap. Маду. Маду. Ты у нас Браман. You're Браман. Ты у нас самый грамотный. You're the most literate among us. Однозначно. That's for sure. Ты мог бы даже не говорить этого вслух. Don't even have to say it. Но все равно мне очень приятно. But then you know, it's nectar to my ears to hear your words, Krishna. Прошу. Прочти мне это письмо. Please read that letter to me. Подфаворе. What are you doing, Krishna? But that is meant for your eyes only. И тогда Туласи Манджари захотела отобрать перламутровую шкатулку из рук Мадхумангала. Но это было не так-то просто. Мадхумангал произнес: минуточку. Пойдемся без рекламации. Вы, простите, кто? Дути? Дути? Пистаси. Дути. Yes, Дути. В таком случае, Дути, ты должна узнать про мое вибхути. You should inquire about my vibhuti. Я самый
клевый на районе Писмачей. Читай, Бо, читай. Just read it, read it already. И тогда Мотху Мангал взял лепесток, посмотрел на него, затем посмотрел на Туласи Манджари и многозначительно произнес. Послушай, Дурки, в следующий раз, когда ты будешь давать мне перламутровую шкатулку. Next time we decide to give a pearl treasure box to me. Положи туда хотя бы немножко гура. Put some gore in there. Ну, может быть, хотя бы ладу. Maybe a lado. А пока, насколько я вижу, здесь for the time being, какие-то буквы. I just see some letters in here. That's all. И Мотху Мангал исполнил свою любимую песню. Мотху Мангал then sang his favorite song. Почитайте, братан, как велит Господь. Укрепляйте стократ душу, дух и плоть. Если хочешь, ты стать будто исполин. Можно помнить побольше ладу во время еды. Еще чего-то. Если ты самый крутой на районе, смачи. The coolest in the department of letters. Обойдешься без ладу. You can't survive without ладу. Ладу, читай! Ладу, just read! Не томи! Не томи! Don't torture me! Лечи, быстрее! Читай, пожалуйста, пусть это будет мой приговор, ты прожариваешь меня на углях! Это очень сокровенное послание. It's a very confidential message, Krishna. Криптография. It's written in cryptography. Ачинтья-татва. Some Ачинтья-татва, it's encoded letter. Честно говоря, не могу прочесть послание. I can't read this message. Я лучше прочти его сам. Just read it yourself. Прочти, без комментариев. No comments, just read it. Без взаимодействия. No interaction, no comments, just read it. Да, Бато, ты показала нам свою бибуси. You sure demonstrated your бибуси. No, I'll show my бибуси. Возьми эту шкатулку. Take this treasure box, Krishna. Сердце Радхарани. Радхика's heart. Подобно птице. Like a bird. Радхарани как птица, но она стремится ввысь. Like a bird that's trying to fly high up. Пусть это приснется тебе своими крыльями. Let this bird tickle you. И Кришна взял эту перламутровую шкатулку дрожащими руками, и он был в транс, и он увидел в трансе сердце Радхарани в виде птицы, раненой птицы, с клокочущими крыльями. Раненая птица, смотрит по небесе, а с небес струится горестная песня. Этот сон давнишний до сих пор не снится. На родной ладони вздрагивает птица. Кришна, Шьямасура.
правда, ты моя надежда. Согрей дыханием Кришны и в небо отпусти. Ведь время подобно небу, а счастье подобно морю. И зовет нас к себе Говорха. И когда Кришна дрожащими руками раскрыл шкатулку, он увидел лепесток, на котором было написано этот удивительный слог его святого имени, слог Кришна. И тогда вся према, которая жила в сердце Радха, вошла в его сердце, и он постиг истину, истину любви, прямо таттву. Сумат! Сумат! Мой верный друг! Карисима Мейко! Я здесь! Я здесь! Что случилось, Кришна? Радхарани написала мне письмо. Не может быть. Impossible. Я сам не поверил. I didn't believe it myself. Ну это правда. But it's true. Что? What? Что она написала? What did she write to you? Расскажи, что? Tell me what. Да это невозможно написать словами. This in words. So bad. Оставь, Кришна. Just stop it. Я же твой друг. I'm your dearest friend. Не скрывай от меня ничего. Don't keep stuff from me. Just tell me. Ну хорошо, если ты так настаиваешь. Ну я же твой друг. I'm your friend. Am I not? Она написала мне. She wrote. Однажды. Once. Я увидела тебя. I saw you. Однажды я увидела тебя, Кришна. Once upon a time I saw you, Krishna. И я тебя полюбила. And I fell in love with you. Я не люблю никого больше. I don't love anyone else. Я не полюблю никого больше. I will never love anyone else. Ты вся моя надежда, Кришна. You're my all of my hope, Krishna. Повелитель моих чувств. Oh, the master of my feelings. Моих мыслей. Of my thoughts. Ты мое дыхание. You're my prana. Ах, какое удивительное послание. What a beautiful letter. Кришна! Ты должен написать ей ответное письмо. You must write a reply to her. Ответное письмо? I must write a letter. Excelente! Que grandiosa idea! Excellent! Excellent idea! Это за пожалуй мысль, слова! Это настоящий поступок, достойный мой. Heroic deed, worthy of a man, Krishna, write your letter. Ты пожалуй прав, Суба. I think you're right, Суба. Да, я напишу сейчас. Сделай это, Кришна, ради всего святого. For the sake of all good in you, Krishna, write this letter. А что есть святее према? What is holier than prema? Намори. Я вложу в это письмо вся любовь, которая есть во мне. И Кришна взял. I'll put all the love from my heart into this letter. Перо. Павли не перо. Он вытащил его из собственного тюрбана. И Субал захлопал в ладоши. Красава, Кришна. Этим пером ты должен подписать свою полную капитуляцию. И Субал протянул ему лепесток. Субал. Субал. Ты мой гуру в этом вопросе. You're my guru in this matter. Скажи. Tell me. А что мне написать? What should I write? Как что? What to write? Только то, что подсказывает твое сердце. What your heart tells you?
Глубокая миссия. Профондо. И тогда Кришна написал «Ра». И остановился. Прошло много-много времени. Кришна пребывал в магическом состоянии. Кришна was in a magical state. Когда Кришна написал «Ра», все то, что было в его сердце, было вложено в один этот слог. И, наконец, он произнес решительно. Да. And then he said, я написал письмо. Все, что я хотел написать, я написал. Где Туласи Махарани? Где сей? Туласи Манджари. Кришна, это же Вриндаван. Здесь на каждом шагу Туласи Манджари. Туласи Манджари, here is every step Кришна in Вриндаван. Ты ступино. Ступино. Да я говорил про дути. Talking about дути. Эй, Туласи Манджари. Туласи Манджари, come here. На. Бери, я написал свое письмо. I've written my letter, take this. Я вручаю тебе свое сердце. Я вручаю тебе свое сердце. Entrusting my heart to you. Смотри, не разбей его по дороге. Don't break it on the way. I thought it's been broken for a while now. Да, это правда. It's true. Бери эти кусочки моего сердца. Take these pieces of my heart. И отнеси их своей госпоже. And take them to your Swamini. Радарани. Радарани. Кришна дал письмо Туласи Манджари. Кришна gave the letter to Туласи Манджари. В это время Радхарани, мучимая неясными, но светлыми предчувствиями, находилась вместе со своими сакхи, со своими подругами в лесу Вриндавана. И вот перед ними появилась окрыленная Туласи Манджари, исполнившая свою миссию. She did fulfill her mission, and she brought Krishna's heart to Radhika. Когда Шримати Радхарани раскрыла письмо, Лалита спросила, Оксен saw the letter. Лалита asked her, что он тебе пишет? What is he writing? Он пишет, что любит меня. He is writing that he loves me. Дальше Радхи. Как никого другого. He never loved anyone else. А еще, когда он повторяет мое имя, when he repeats my name, его сердце плавится, his heart melts. Джай-шри-ра. Он хочет встретиться со мной. He wants to meet me. Радха долго рассказывала все это, и когда Лалита посмотрела на лепесток, она слегка удивилась. Радика was telling, retelling the letter, the contents of the letter, and then Лалита looked at the petals and was surprised. Я весьма удивилась. А я was surprised. Где же здесь все это написано? What are you telling us about all these things? Where are you seeing them? Ну как же, Лалита? What, what, Лалита? Здесь. Right here, look. These sentences here, here, here. Look, don't you see, Vishaka? Means the straw? Between the lines? Between the lines? There's only one straw. There's only one line here. Where are you living between the lines? It's called straw. If you look at even with the stretch of your imagination, we can call this a lie. Lalita, очевидно, что между строк есть смысл. It's between the lines. It's between the lines, Lalita. Теперь понятно. Ah, I see. Okay. О, Радика, твое видение так многогранно. Your vision is so multifaceted, Radha. О, Сахи, мы должны учиться. I must learn from you, Radha. О, милый Сахи, сегодня вечером. Tonight. Я встречусь с Кришной. I'll meet Krishna. Непременно. For sure. Алисар, Алангар! Туласи Манджари, помоги Алике! Туласи
взяла Шриматера Радхарани для того, чтобы сделать ей прекрасный шрингар. И в это время перед Лолитой Вишакхой появился никто иной, как он, деревенский герой, Мадхавангал. Эй, Гоби, я слышал, что кто-то получил сегодня письмо. Кришна кому-то из вас сегодня написал письмо, верно? Однако, могу сказать официально, я не поставил на него своей визы. Визы, то есть моего одобрения. Где этот неизвестный артефакт? Я должен его изучить. Совет? Advice? Да я сам раздаю всем советы почками. Тогда ты не понимаешь, как я. Скажи, пожалуйста, жизнь. О, Мадхуан Шахтиван. Мадхуан Шахтиван. О, Прасада Севапад. Прасада Севапад? Какого еще склеивания? Какого клея? Да, Гоби, совсем совесть потеряли. О, Мадхуангал, просто мы переживаем. Вы драгоценный, как бы так... Не совсем в порядке сегодня с головой. Меня аж пот прошибло. Мы-то в своем уме, Мадхуангал. А вот теперь ты стоишь перед нами танцевать. Что? Потанцевать? Это что? Совсем стыд потеряли. Shameless, как ты это делал на том самом Гуржане? That's again like your destined goal that you're talking about. На Данакели. На том самом Гуржане. На Данакели. И Гопи, разыграв Мадхуангала, со смехом отправились к своей сакхи Радхарани. Свет настроения, ультрамарин, переходящий в золото. Радха пришла на кисар Кришне, но она увидела, что сегодня, к величайшему сожалению, полнолуние. И поэтому она обратилась с гневной отповедью к Чандрадеву. Radhika was upset to find out it was a full moon tonight, so once again she approached Chandradev with a complaint. Oh, Chandradev! Прекрати сиять! Stop shining like this! Я должна оставаться невидимой! I must remain invisible! Кришна пригласил меня на кусар! Krishna invited me on that day! Chandradev, опять услышав эти слова, не мог
отказать себе удовольствие, оставить свою рефлексию. Конечно. Теперь я опять виноват, да? А теперь я слишком ярко сияю. Ну, простите меня, пожалуйста. Перманентно оставаться в режиме амаваси – это выше моей компетенции. Похоже, меня пора послать на выход, на пенсию. Хорошо. Маэстро, а теперь... Давайте дадим побольше шоу, Чадрадеф уходит на пенсию! Отправляем Чадрадефа на пенсию! Это такое трагедия! Ну посмотрите, этот красавчик нисколько не переживает по этому поводу! Он наоборот отправится на пенсию! Будет работать в режиме амаваси! Браво! Цвет настроения. Ультрамарин, переходящий в золото. Туласи Маджи ведет Радхарани на Ахтиса. И она благословляет ее. Мангала Бабату. Кришна выходит навстречу Радхарани. Радхарани и Кришна видят друг друга. Все, что они произносят, это только один слог. Кришна. Come on, everybody. Все на сцену, пожалуйста. О, Кришна Чандра, знай, мне нужен только ты. Такие побеги свежей любви. It's a truly amazing spectacle.
потрясающе было вообще такое видение. I'll give this to Prem Prayojan Prabhu for more. Я передам Prem Prayojan Prabhu микрофон. For more thorough Rasik analysis. It's very difficult for the general person to understand what the supreme truth is like. Обычным людям трудно понять реальность, высшую истину. But our Rai Ramananda. Наш Рай Рамананда. He wrote dramas. Он писал сценарии для спектаклей. Rupa Goswami wrote dramas. Rupa Goswami писал сценарии. Raghunath Das Goswami wrote dramas. Raghunath Das Goswami писал сценарии для спектаклей. In the house of his uncle Chandrasekhar Acharya, he performed dramas with his associates. Читание Махапрабху ставил театральные постановки в Чандрашейка Бхавани в доме своего дяди вместе со своими спутниками. So since the beginning of our traditions, Natakam drama was a very integral part of Gaudiya Vaishnavism. То есть зачатков нашей традиции, Гаудия Вайшнавской традиции, Гаудия Вайшнавские драмы были важной составляющей нашей практики, нашей My Gurudev always used to ask me to make dramas for him. Гурудева часто просил меня ставить театральные постановки. Махарадж помнит. Рабанат Даса Госвами, Рупа Госвами. Поставьте драмы Рабанат Даса Госвами, Рупа Госвами. So, and the purpose is to make some samskara in impression. Цель спектакля – это чтобы поставить самскару в сердце зрителей. And Vrindavan is so merciful, Krishna is so merciful, that even though we may have many faults and many shortcomings. Vrindavan настолько милостив, и Кришна настолько милостив, невзирая на все наши недостатки и плохие качества. But in the course of drama, for a moment, one drop of divine nectar may appear there. Несмотря на всю нашу отсталость, все равно во время драмы капелька нектара может проявиться. So I know that everyone, they came, they will come away with the samskara that Vrindavan Dham is such a joyful place. Я знаю, что посмотрев этот спектакль, все останутся с самскарой о том, что Вриндаван – это чудесное место. It's a place of pure love. Место чистой любви. That Krishna, who everyone sees, is a all-pervading, all-knowing, and all-powerful. He's like an innocent boy there, just discovering what it's like to fall in love for the first time. Что Кришна, которого все почитают как всемогущего, вездесущего, всесильного, что он просто неопытный юноша, который познает впервые для себя любовь. With such innocence. С такой невинностью. And that love is so powerful. И любовь такая мощная. That he doesn't know what's happening and it overtakes him and it overtakes radicals. Сам не понимает, что с ним происходит. И эта же любовь тоже контролирует радикал. So Srila Krishna Skaraj Goswami Pani said, Krishna Nachaya, Prem Bhaktara Nachaya, Apina Nachaya, Tina Nachaya Kataya. Prem makes Krishna dance, Prem makes Radharani dance, and Prem itself is a third character. And all three dance together. Кришна Раскарадж Госвами сказал, что према заставляет Радику танцевать, заставляет Кришну танцевать, и сама третья танцует вместе с ними. So Radhika said in Sri Vidakta Madhav Natakam. Радика говорит в Шри Видакта Мадхаве. Ekasya sutumeva lumpatipatim krishneti navaksharam. Oh, when I hear the syllable Krish, then it completely steals away all my intelligence and discrimination and I become mad. So I'm personally very inspired that the central theme of this whole drama In your Shuddha name, in your pure name, Krishna, Amaya Vilas is the nectar of all your pastimes. Krishna, в твоем чистом имени присутствует нектар всех твоих разнообразных лил. So in just one syllable of Krishna's name, в одном слоге имени, and in one syllable of Radhika's name, в одном лишь слоге имени Кришны, в одном лишь слоге имени Радхи, they were experiencing each other's worthy of their form, their beauty, their pastimes, and their divine feelings. Они испытали взаимно, то есть все разнообразие лил, чувств, эмоций.
и видение, и спорте. So this is Advut, astonishing, Astarya. Это потрясающе, Advut, Astarya. Chamatkar. Удивительно, потрясающе. Astonishing Nam Tattva. Это слава Нама Таттвы. So just as Radhika considered the greatest treasure was the syllables of Krishna's name, and Krishna considers the name of Radhika's, those syllables are his greatest treasure. So all of you should consider that this Maha Mantra is your greatest treasure. Потому как Радика считает имя Кришны, то же слово имени Кришны своим величайшим сокровищем, а Кришна считает даже один слог имени Радхи своим величайшим сокровищем, вы все должны считать Харинаму, Маха Мантру своим величайшим сокровищем в своей жизни. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And in this name is the whole of Vrindavan. Madhu Mangali is there, Subal Sakhi is there, Rati Manjari is there, Rupa Manjari, Lalita Vishaka, all associates are in this name. В этих именах присутствуют Кришна, Радха, сам Бриндаван, Матху Манга, Лалита, Вишака, все манджери и все-все Брадживаси, они все живут в этих именах. И все клилы. I'm very grateful to all the actors. Я признателен всем актерам. Thank you, Madhu Mangal. Лалита и Вишака. Лалита, Вишака. To Chandra Dev. Despite all of these faults, and the main fault being that his name reminds us of Chandravali. To the soaring bird of Radharani's newly discovered love. To Subal, Krishna's dearest friend of us. Tulsi Manjari, otherwise known as Rati Manjari, also known as Banu Mati, and in this world also known as Srila Raghunath Das Goswami. And especially to the Sutradhara. Sutradhara means the director of the drama, Sutradhara, pulling the strings, all the players. And to our one Devata. You know, actually, the Bon Devatas, the fairies of the forest of Vrindavan, they play a very big role in Radha Krishna's life. And they have mystic cities. One day, a Bon Devata came to Radhika. And began to console her in separation. She said, "Do you remember me?" Ты сказала, ты помнишь меня? Радика сказала, нет. I came to you many times. Я же часто к тебе приходила. Sometimes I came in the form of a Sakhi, sometimes I came in the form of your mother-in-law, sometimes. So the Bon Devis, they, by their mystic powers, they play the roles of different Brijvasis in to augment Radha and Krishna's Leela in a mystical way. Мы с тобой много раз общались, иногда я принимала облик твоей подруги, иногда я принимала облик твоей свекрови. Поэтому лесные феи, они обладают мистическими силами, могут превращаться в другие. This Vrindavan forest is teeming with these mystic bandis. То есть лес Вриндавана сотрудничает с этими феями, и их много в лесу. It's such an extraordinary, это сверхъестественное место. I think he's forgotten two of the players. Мне кажется, он забыл еще упомянуть двух актеров. And finally, believe in love, I know you have love. So now you have become invested with the nectar and glories of the holy name. Сейчас вы заполнены нектаром
святых имен уже. I know that now you will take rest. Я уверен, что сейчас вы пойдете отдыхать. And you will come to Mangala Arati. И вернетесь обязательно утречком на Mangala Arati. Sit and chant for 2 hours in Japa without sleeping. 2 часа не засыпая будете воспевать Джапу тут. Remembering the glories of the Holy Name. Памятуя о славе святого имени. Шубарат. Шубарат.